Эш, скажи мне, что ты убила того пилота. Почти убила. Не отвлекайся на свои игры. Что, нельзя совмещать приятное с полезным? Нет, если мешает работе. Поняла. Конец связи. Спокойствие. Я за его голову такую цену назначил, что тебе на любые игрушки хватит. Сектор 4 Чарли. Подрыв зарядов с 21 по 29. Всему персоналу АМСИ, говорит Эш. С сожалением сообщаю, что поскольку вам не удалось справиться с нарушителем, мне придется уничтожить весь комплекс. Некоторым из вас покажется, что это крайне... Пополнение отряда сдерживания вещей. Рекомендую вам поскорее эвакуироваться. Разваливается. Предлагаю покинуть его. Похоже, вы совсем недалеко от меня, отмечаю местоположение. Авангард.
Внимание, прием! Видом врага уничтожен. Цену за твою голову, пилот. Так что живой или мертвый, ты мне дорог. Начнем. Ядро активировано. Всем бойцам огонь на поражение. Этого пилота нужно прыгать. Хорошо, твоя кончина на шаг ближе. Чрезмерные повреждения, опасность. Тебе не стоило этого делать. Позволь покончить с твоими мучениями. Требуется батарея на замену. Сильное повреждение корпуса. Но слабость, столь, надеюсь, последних желаний у тебя нет, потому что их время прошло. Внимание! Реактор нестабилен. Требуется батарея на замену. Зависимость от игра Титана указывает на недостаток. Охранная блокировка отключена. Доступ на поверхность разрешен. Пилот, охранная блокировка отключена. Рекомендую покинуть объект через туннель. Пришел к выводу, что лучше избегать коротких путей. Пилот, майор Андерсон где-то здесь. Обследуйте объект. Встретимся на той стороне. Не попадайся больше пяти. Срезать путь не буду. Все команды, участвующие в анализе ковчега, должны явиться в лекционный зал на презентацию генерала Мардера. Спасибо. Думаю, что мы готовы к испытанию. Не забывай, что он заручился поддержкой Хаммонда. Скажет начинать? Что это было? Похоже, что искажения на территории объекта создают временной разлом. Рекомендую сохранять осторожность, пока мы не узнаем больше. Раз и навсегда.
Всегда нейтрализовав силы ополчения, мы поможем защитить всю человеческую расу, расширим ее зону влияния. Персонал обязан постоянно носить удостоверение личности на видном месте. О любых подозрительных действиях сообщает начальство. Что это за место? АМС построили на фронтире несколько исследовательских центров, но данный объект ополчению неизвестен. Сколько у них подобных объектов? За 8 стандартных месяцев до начала операции «Палаш» 9-й флот ополчения захватил или уничтожил более 29 подобных объектов. Странно. Я фиксирую тут остатки моего собственного следа. Возможно, искажение влияет на работу сканера. Интересно, на всей территории объекта можно найти следы огромного выброса энергии, однако данные с вашего шлема свидетельствуют, что в другой временной линии их нет. Эти останки не соответствуют генетическому профилю майора Андерсона. Возможно, он еще жив. Рекомендую заглянуть в главный вестибюль приемной. Я бы пошел с вами, но, к сожалению, мой корпус не пролезет в дверь. Везет тебе. Обнаружен сарказм. Лети, я нашел Андерсона. Он в потолке. Задание выполнено. Мы встретились с майором Андерсоном. Как бессердечно, Бити. Так точно. Сердце Андерсона не бьется. Его организм прекратил биологическую деятельность. После смерти Андерсона командование спецоперации 217 перешло к вам. Поздравляю с повышением, пилот Купер. Дальше идет инструктаж Андерсона от командира РСП ополчения Сары Брикс. Майор Андерсон, 2 недели назад мы перехватили переговоры АМС. Они нашли что-то на Тифоне. Был зафиксирован мощнейший выброс энергии, а вслед за ним временное искажение. Приказываю силам РСП проникнуть на объект противника. Есть. Я займусь этим вопросом. Это устройство, которое мы нашли во время операции «Гризли», защитит вас. Нам известно, что АМС наняла Кубина близко и его наемников для охраны какого-то важного объекта. Поэтому будьте осторожны. И, Андерсон, вы знаете, как я ненавижу писать похоронки. Поэтому не ходите один. Помните, РСП команда. Пилот, часть данных, собранных майором Андерсоном, утеряна. Долг велит нам завершить выполнение специальной операции 217. Рекомендую отыскать устройство, которое Андерсон носил на запястье.
нем не было никаких устройств. Должно быть, оно на другой половине тела. Я обнаружил брешь в здании службы безопасности. Предоставляю доступ. Я останусь и продолжу сканировать кольцевую структуру, пока вы ищете информацию устройства в здании. Неплохо. Может, в другой раз бросишь меня? Учту. Простите, Андерсон. Белое место, небольшое нарушение системы безопасности, и мы просим гражданских лиц. Пилот Кубер, я передал часть функций моего ИИ на устройство, чтобы мы смогли общаться вне зависимости от временных сдвигов. Мы расходим идущим к отделу исследования дикой природы. Разбудите оставшихся им. Полосы устройства засаду. Активированы дополнительные лаз... Всем бойцам.
видите? Прием его в юго-восточном рейсовом поле на 4. Где вы? Нельзя останавливаться. Испытание должно быть завершено. Пилот, я нашел запись Андерсона, которая может вам помочь. Начинаю воспроизведение. Журнал Андерсона 341 АМС действительно что-то нашла. Что-то способное искривлять пространство и время. Создали ее точно не они, но они ее ремонтируют. Их планы могут обернуться катастрофой. Конец записи. Андерсона 342. Источник энергии искажающего орудия называется Ковчег. Похоже, корпус его оставляет желать лучшего. В этом пусто. Где же этот Ковчег? Конец записи. Ковчег подготовлен и отправлен в испытательную камеру.
Проверьте внешние кольца. Испытание начнется, когда ковчег будет на месте. Позиции пропитаны остаточной энергией. Теория. Сюда доставили ковчег, а затем здесь произошел мощный взрыв. Андерсон планировал провести разведку недалеко от центра активных колец. Что нужно сделать? Если нам удастся зафиксировать энергосвет ковчега, то флот ополчения сможет найти его в настоящем. Журнал доктора Джефферсона Бойла, запись 1. Похоже, они продолжили работу над ковчегом, хоть я их и предупреждал. Что ж, Мордор... Не знаю, каким чудом, но я еще жив. Они решили испытать оружие на спутнике планеты. Это был всего лишь тест. Следующая их цель — наша планета, Гармония. Они хотят нанести удар как можно скорее. Нужно сообщить об этом Сане. Стой, где стоишь, пилот? Я нашел тебя! Последняя запись майора Андерсона. Купер, я ознакомился с вашими разведданными. Возможно, у меня есть план. Встретимся снаружи. Я бы хотел немного поговорить о ценности человека. Во всех секторах небоевого назначения, чтобы избежать случая.